В Южном Казахстане к Международному дню защиты детей областной кукольный театр подготовил новую постановку «Киркула Аты Кендебай». Первыми зрителями стали воспитанники Толибийского детского дома. Перед премьерой их угостили сладостями и рассказали об истории создания театра. Сама сказка юным зрителям тоже очень понравилась. Ребята переживали за судьбу главного героя и очень его поддерживали. Кендебай не разочаровал и освободил родную землю от трехглавого дракона и всех отрицательных персонажей. Отмечу, спектакль посвятили празднованию 550-летия казахского ханства. Мне больше всего куклы понравились, птицы, когда летали, Кендебай, когда защитил свою родину от всяких этих, которые нападали на нее враги. Мы дарим только радости детям, потому что в кануне 1 июня, праздник детского праздника, мы специально ставим этот спектакль для того, чтобы радовать их. Наша основная цель – радовать детей, и у нас по плану идет спектакль.